Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Гипс. У нас прошло недавно здесь обновление, и называется База Defense, то есть защита базы. А вот где оно находится и как нам его найти, я не знаю. Будем искать, смотреть, ребята, что же тут у нас такое новенькое появилось. Так, дай-ка я... Да подожди, да какой босс, блин? Босс мне здесь не нужен, хотя, ребята, можно восстановить себе немножечко здоровья. Сейчас мы это сделаем. Блин, мне бы сейчас еще вспомнить, как, что и почем здесь. Ага, все, пока у нас хорошо. Нормулька, расстреливаем. Так, ну что, куда нам идти? Где у нас может быть база, которую я должен защищать? Вот для меня это вопрос, ребята. Оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Погоди, что так? Да что за хрень? Эй, тихо! Ребят, не забываем, что у нас ивент Хэллоуин, как-никак. Курица, блин, довали ты. Да успокойся ты, гоблиножопый, а. Прыгать здесь. Так, скелеты, это все, ребят, ерунда для нас. Разнесем здесь всех в хлам. Никто здесь нам не помешает. Да иди ты в баню, а. Ха-ха-ха. Так, тихо, не буянь. Да уйди ты, ты достал меня уже. Оу, ребятушки, обрез довольно хороший, я хочу взять. Я хочу его взять. Так, погнали. Крошим нафиг всех налево и направо. А ты что там буянишь мне, эй? Так, скелета добили. Ага, я думаю, почему еще не все? Вон там гаденыш ползет. Есть, зачистка. Слушайте, а что? Ну вот лежит тыква. Ага, тыква-то бомбочка своеобразная, да? Хорошо, ладно, мы, ребят, сейчас заберем здесь все, естественно, все монетки. Еще раз повторю, ребят, игру я эту не прошел, я не смог завалить последнего босса, точнее, я завалил его. Но я сам стал некромантом. И не смог увернуться от людей, которые пришли якобы за мной. Но, тем не менее, я в нее периодически играю, когда видим какие-то... ивенты и так далее и тому подобное. Я вот все думаю, какую базу я должен защитить или отстроить. Для меня... Так, подождите, давайте мы с вами зайдем, наверное, вот сюда купим. А сейчас посмотрим, что мы можем купить. Так, восстанавливаем себе здоровье полностью. Так, родной, что ты мне можешь предложить? Так, Томми Ган 2500, нифига себе, Томми Ган. Блин, а такого не было у меня, ребят, по-моему. Так, длинный ствол, револьвер. А что-нибудь новенькое? Так, у нас зомби-репеллент. Вот зомби-репеллент надо мне, ребята, купить. Чтобы ходить в невидимости и... чтобы все было хорошо. Так, ладно, мы с вами, наверное, будем отсюда выходить. Сейчас я его активирую как раз, да? Все, и давайте мы... Да ёпрасоте! Выходи. Ядрёно в... Я в мини-игру зашел, ребята. Ну ладно, будем отстреливаться. Блин, не хотел же, не хотел. Ёкалмен, тут будет засада полнейшая, ребят. Отбиваемся как можем и сколько сможем. Да идите вы отсюда, идите в баню вы все от меня. Здесь проблема в том, что они со всех щелей лезут, понимаете? Со всех. Сзади, спереди, с боков. Так, дайте мне золотой дробовик, пожалуйста, дайте золотой дробовик мне. Ну, я получу его или нет? Давай, 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 есть! Оу, разнос! Полнейший разнос, ребята. Так, тихо, отойди, отвали от меня. Ух, веселуха, блин. Ай, кончился дробаш-то у меня. Может быть, еще попробуем накопить? Получится, ребят, нет? Отлично. Так, давайте соберем их всех в кучку. Пускай они собираются пока, а мы побегаем с вами. Так. Все вылезли, нет? Жесть, да? веселуха. Так, ну мне надо, ребята, найти все-таки ивент
или задание по защите или отстройке базы. Я найду, в любом случае, не волнуйтесь, никуда этот ивент или задание от нас не уйдет. Но, тем не менее, у нас Хэллоуин. Вот, и что нам будут давать за Хэллоуин, за само вот это вот мероприятие, я пока не знаю. Так, отлично, пока все хорошо, ребята. Но я, конечно, немножко тут сам туплю, потому что, убивая зомбарей, я делаю шанс им появиться сзади меня и, соответственно, расколбасить. А мне это нужно? Конечно же, нет. Блин, мне нужен супер... этот. Воу, 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 понеслась. Надо именно в кучу бомбить. Ага. Так, ждем, когда они все соберутся. Потом покажу, ребят, свою прокачку в данный момент, какая она у меня есть. Чего я развил, чего я добился. Ай, кончилось, кончилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, не получится, ребят. Не получится. Ждем, 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 ждем. Пока не все накопятся опять. Ну соберитесь вы в кучу-то, ё-моё. Поехали. Е. Вот это уже другой разговор. Да отвалите вы все, а. Собирайтесь в кучу, давайте. Собираемся, собираемся все. О, понеслась. Красава. Красавелла. Ну. Еще, давай, давай еще шотган. Ну, пожалуйста, е. Ай-яй-яй. Да, ребята, я специализируюсь на шотгане. Не на автоматах, не на ружьях, а именно на шотгане. Для меня это вообще идеальное оружие. По крайней мере, только для меня. Для других, конечно, я не знаю. Мне оно кажется именно такое универсальное. Именно своей зоной поражения. То есть за один выстрел я могу двух, трех, четырех зомбарей снести. То есть самое то, что нужно. Да, здоровья у меня, конечно, ребята, мало. Слишком много мне здесь уже не побегать, не прожить. Ну, а фиг ли сделаешь. Этот уровень на то и предназначен, что рано или поздно ты здесь должен будешь погибнуть. Он бесконечный, так скажем. 2,5 сердечка у меня ХП. Они все в куче, да? Давайте их вот сюда отведем маленько подальше. И начнем потихоньку вот здесь уже расстреливать. Поехали. Ну дай золотой шотган-то мне. Е. Нормуль. Так, 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 так. Ждем, 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 ждем. Блин, не получилось, ребят, не получилось. Хотел их в кучу всех. Да пошли они к чертовой бабушке. Несчастные зомби. Никчемное тряпье. Шелуха подзаборная, блин. Вот так вот. Будут знать, как на меня наезжать. Знаете, как в эпических фильмах, да? Как будто из последних сил. Я единственный выживший, я себя не дам просто сожрать. Я с собой заберу еще одну сотню-другую зомбарей. Вот так вот. Пускай им будет неладно. Я знаю, что они тупое, безрассудное мясо, но тем не менее. Пускай познают гнев меня и моего ружья. Е! Персональный рекорд, ребята, я поставил. То есть я свой рекорд уже побил. Это хорошо. Это очень хорошо, это очень замечательно. Блин, у меня, ребята, очень мало здоровья. Эх. Амиго, амиго. Персенто. Дела мучо. Милана путана. Я, ребята, борюсь за свою жизнь. Пытаюсь. У меня, конечно, получается очень плохо, но тем не менее. Я просто так не сдамся. Я не сдамся на милость этим упрям. Я буду отбиваться до последней капли крови. До последнего вздоха. Твари эти. Получите, гады. Все получите. Получите все.
по заслугам. Вам не взять мои мозги, уроды. Хрена с два, хрена лысого вам всем. Вот так вот. У меня, ребята, очень мало здоровья. Буквально на один плевок. И все. Ну, я заберу с собой, наверное, пару десятков зомбарей. Успею прихватить. Ах, как это плохо. Есть. Меня завалили, ребята. Так, я сделал 1000 убийств. И получаю за это что? Получаю за это шлем. Так, ну что, дорогие мои, мы продвигаемся с вами, идем. Куда же мне нужно идти-то все-таки, а? Вот вопрос. Так, репеллент пока у меня стоит. А что это такое здесь? Что-то я не понял. Что это за фигня такая? Что там? Маска врачевателя чумы, получено достижение? В плане. Маска врачевателя чумы. Хм, интересно. Так, томиган. Ну, это томиган-то понятно все. 4 экскурсии. Так, перекаток. Ого, нифига себе, вот это очки, ребята. 4% к скорости. Подожди, ребят, секунду. К скорости передвижения, 10 к дальности переката и 10 к дальности уклонения. Слушайте, я возьму. Вот так вот. Так, смотрим дальше, что у нас тут есть. Так, 6 к урону винтовка, нам это не нужно. 2 к скорости. 2 к скорости. Это фигня, ребята, у нас круче очки. У нас красные. Так, дайте еще репеллентика возьму маленько. Ну, в принципе, и все. У него пока больше ничего хорошего нету. Ладно. Погоди-ка. Аж... Ах ты, ёпарасете. 8 к сопротивлению урону, да, у нас? Марион. Черт, я думаю, что, наверное, все-таки... Эй-эй-эй-эй, погоди-погоди. Очки-то, очки-то. Отдайте мне очки. Посмотрим, как оно будет с очками. Тут у нас 8 сопротивления к урону. Куда же мне идти? Ладно, я, знаете, куда попробую, ребят, сходить? Помните, у нас есть с вами база. Откуда мы вообще начинали игру? Лопата. Лопата, я пока не буду ее трогать. А тут-то у нас что такое? А это что такое? Ого. Вау. Так, это что-то... Что-то новенькое. Это, по-моему, и есть, да, то задание? Да? А ну-ка. Посмотрим. Давайте, ребятушки, глянем. Неужели оно и есть? По-моему, да, вон там что-то у нас. Какая-то база недостроенная, что ли, или... Е-е-е, смотрите-ка, круто. Там какой-то чертеж лежит. А ну-ка посмотрим. Е. Ох ты, нифига себе. Так, выживших 2 максимум, да? Так, смотрите, ребят, мы можем с вами... материалы. Так, это у нас материал. Добыча материалов после смерти. Так, еда. Что-то с едой связанное. Так, вы открываете новую обилку для еды. Используйте ее, чтобы восполнить себе здоровье. Ага. Так, а здесь вы можете покупать головные уборы для выживших. Косметика без бафа. Так, ребят, я так понимаю, что я буду здесь отстраивать свою базу. Вот, за деньги. Так. Это типа... Короче, давай посмотрим, что... Ах, вот оно как работает. Понял? 1000, да? Так, что нам нужно сделать? Я даже не знаю пока, ребят. Ну, давайте попробуем с вами... блин, так дорого стоит. 1000. Ну давай сделаем, хорошо. И у нас остается 157, ребята, этого мало. Этого мало у нас. Хм. Так, и что же эта база теперь будет делать? Вот что меня интересует. Для чего она у нас тут строится? Кто мне скажет? Ладно, со временем узнаем, ребят, с вами. Со временем узнаем. Так, подожди, мне не нужно. Давай ставь дробовик. А у меня что, динамита нету, да? Нету динамита, ребят. Ладушки, давайте выйдем. Надо накопить маленько денег, хотел сказать.
Маленько ресурсов. Опачки, а это что за домик такой? Что за домик-то вырастает тут? Прям на глазах. Бой? И? Что-то здесь... Что-то здесь не то. Может быть, надо сюда ломануться? Точно. Воу. Ух ты, круто. Классно, ребята. Но, к сожалению, мне здесь ничего не надо. То есть это, получается, удачно мы с вами зашли, да, в домик, который, грубо скажем, ну, без войны, без всего. Так, давай здесь глянем. Наверное, сейчас постучим, и могут выйти зомби, мне кажется. Черт, я был прав. Воу-воу-воу-воу-воу, не надо, не надо, не надо так много. Да что же это за бомбочка такая никчемная? Так, черт подери. Я надеюсь, только зомби будут. Не будут здесь всяких оборотней и так далее и тому подобное. Да хватит вас. Сколько вас из дома из этого прет? Эй, постучал в свою голову, да? Пришел, блин, за подарочками. Да ладно вам, успокойтесь. Хмыри, хмыри, все хмыри, все сдохните, гады. Я, наверное, так грубо, да? Грубовато, конечно, я веду, но... Ребят, раздражает. Вау, красота. Полная зачистка. Полнейшая. Так, ну вот они и долгожданные наши монетки. Ну что же, выходим дальше и идем, смотрим. Смотрите, домик на домике домиком погоняет. Такой подозрительный домик. Ну я постучу. Выходи. Спасибо большое. А вот это я называю полезный домик был. Смотрите-ка, какая винтовка. Но, опять же, не для меня, ребят. Не люблю я такие винтовочки, которые стреляют всего лишь одним патрончиком. Я люблю именно разрывные, которые, ну, захват очень большой. Так, давайте-ка с вами зайдем вот сюда. Вот, может быть, тут что-то поменялось тоже. Дедушка, я вернулся со своего долгого поиска. Ты рад меня видеть? Рад. Ну, дедуль, что там у нас? Давай посмотрим. Так, протухшая рыба. Стак динамитов. Вот надо купить. Подожди, а у меня полностью почему-то, ребят, не могу взять. Хм, странно. Так, майка, все это понятно. Ладно, дедуль. Давайте смотреть, ребята, что у меня по умениям. Ну, как вы знаете, здесь у меня выучено абсолютно все, что можно. Эффект одежды. Вот способности мои, ребят, смотрите. Ну, сопротивление урону почти полностью. Урон от пуль, как видите, вообще по максимуму. Короче, надо сопротивление урону раскачать. Это нужно 1000. Да, 1000 голды. А так еще, елки-палки, ребят, сколько еще тут надо нам развиваться? Точнее, мне надо развиваться очень и очень много. Но, тем не менее, когда вот такие вот ребятушки дают нам ивенты, да, в которых мы можем с вами вот что-то новенькое походить, поискать. Вот видите, обустрой свою базу, новый ивент у нас. Плюс Хэллоуин. Вообще шикарно. То есть разработчик потихонечку, полигонечку, но все-таки делает игру, не забрасывает ее. А я вообще люблю тех людей, которые делают свои дела и не забрасывают их где-то там посреди хрен знает чего, да, каких-то там непоняток. Ну что же, давайте, наверное, с вами немножечко постреляем. Так, эй-эй-эй-эй-эй, бери. Поехали. Давай-давай-давай, подходим все по одному. Главное, ребята, не перегреть нам пулемет. Иначе будет плохо. Так. Перекурим маленько. Поехали дальше. Так. Гады, проламывают, да? Ядрен батон. Все-таки пришли. Проломали, блин. Раньше как-то не так они быстро ломали баррикаду эту, а сейчас, смотрите-ка. Довольно быстро разбомбили, ладно, не беда, справимся. А где же мой динамит? Вот что меня интересует. Почему-то динамита нету. А он должен быть, ребят. У меня полностью стак, ну как это, полностью забито. Черт, я уже забыл просто, как они там... На какую кнопку они... А, вот они. Хе-хе-хе.
Да что такое? Вас сколько здесь? Вы чё? Говнюки, на! На, получи! Е! Шикарно! Да что ты делаешь-то? Доползались вот так вот. И последних добиваем. Отлично. Давай, где твой дробовик? Так, на какую я, значит, на кнопку-то нажимал? Уже забыл, ё-моё. Секунду. Наверное, кончился у меня динамит, да, ребят? Да, кончился, скорее всего. Ну, в общем, вы видели, да? Динамит бросаешь в толпу. Взрывает не по-детски. Так, ну что же, 320 монет. 320 монет. Вон, смотрите-ка, еще два домика. Давайте заглянем туда. Тикс. Подожди, а с какого перепуга у меня вдруг мышка тут появилась? Хотя, с другой стороны, мне даже так удобнее. Я вижу. Это лучше, чем просто крестик. Ну что, давай постучим. Выходи. О, спасибо тебе большое. Как удачно ты меня выкинул. Ай, красава. Вот это я понимаю, молодец. Удружил домик. Так, давай следующий, тут у нас еще домик. А тут уже, наверное, ребята, придется подраться, да? Ну-ка, отойдем. Нет! Ух! Сегодня, ребята, удачный день для моего персонажика. Так, 588 монеток. Я думаю, что нам нужно сходить с вами на нашу базу. Да-да-да, на нашу базу. Так, я надеюсь, зомбарей здесь больше нету? Нету. Классно. Что ж, давайте смотреть. Это у нас куплено, да? Куплено. Так, флур, это что такое? Мунфлур. 2500. Автопочинка. Так, это мы, наверное, стеллажи какие-то у нас появятся. Даже собственный магазин можно, ребята, здесь поставить. Стоит он 4000 голды. Слушайте, ну я думаю, что мне надо, наверное... Хм. Так, еда. Но опять же мне не хватает. Я могу вот это сделать. Могу это сделать. И хотелось бы, конечно, вот это вот. Выживших, про выживших. Потому что здесь, смотрите, ребята... Подожди-ка. Открывает обилку для покупки. Сейд Армс. Для выживших. Что такое Сейд Армс? Оружие, наверное, ребят. Тир 2.5. Блин, это надо купить. Только после этого мы с вами поймем, что это такое. Ха. 6000. Офигеть, ребята. Так, какая-то еще одна обилка. Это, наверное, уже когда играешь в пати. В общем, надо все это потихоньку приобретать. Так, ладно, хорошо. У нас с вами уже кое-что есть. Кое-что есть. Ну, база как была какая-то разрушенная, так она и смотрится, ребята, разрушенной. Ой, а где... Блин, а куда у меня стрелочка делась? Блин, так хорошо было с ней, с этой стрелочкой. Ну что, зайдем в этот домик? Блин, домиков, кстати, здесь очень, ребята, много. Черт подери, вместо домика я зашел к боссу. Ёпрасты, ну что ж, придется уничтожить его. Ай, тихо, не так. Не так быстро, парень. Да иди ты, блин. Так, скелеты, вы достали. В общем, ребята, мы знаете, что с вами? Договоримся так. Если вам понравилось и вы хотите посмотреть, в принципе, я тоже хочу посмотреть, что у нас это за база, я буду периодически потихоньку играть в эту игру, копить деньжат, потихоньку развивать и посмотрим, к чему мы все-таки с вами сможем прийти, для чего эта база дана и что мы от нее получим. Так что сейчас, наверное, мы этого с вами боссика завалим и, наверное, будем, ребятушки, закругляться. Хотя нет, нам дадут деньжат. Да, еще скажу вам, как я здесь зарабатываю деньги. Деньги зарабатываю, ребята, боссами. Я беру, покупаю, например, откаты для боссов. Прихожу на локацию, где этот босс находится. И, соответственно, бомблю его. В основном мой любимый босс — это Обжора.
Потом я вам сейчас даже, ребят, покажу, как я с ним буду расправляться, чтоб вы знали приблизительно и, может быть, кому-то поможет. Так. Но пока нам нужно расправиться с этим вот боссом. Скелет. Кстати, я считаю, что он один такой из пакостных, нудных и долгих. И все потому, что он вызывает вот этих своих скелетиков. Так, ладно. Отлично. Пока все хорошо. Так, вот он. Вы появился? Да, появился. Давайте его уничтожим. Надо больше дамага наносить. Все, мы одну руку у него отстрелили. Все, голова осталась. Все, ему хана, ребят. Да что ты там буянишь? Не буянь, все равно тебе крышка. Расстреливаем, расстреливаем, ребят. Все. Ломаем черепушку и забираем деньги. Так. Давай монетки сюда. Ну сколько? Пятихаточку мы должны с вами заработать, по идее. Тут даже вот так вот 641 монетка у нас. Я считаю, что это хорошо, ребят. Так, ну что, давайте теперь постучим в домик. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Вы щедры как никогда. Так, ну что же, я хотел вам показать, как, ребята, я зарабатываю деньги. В принципе, ничего абсолютно сложного здесь нету. Кстати, дайте я вот эту вот обалденная мини-игра, мне она больше всего нравится. Давай всех говнюков уничтожать. Тю-ху. Халявные деньги, ребят, на самом деле. Так, отлично. Хоп, монеточки мои. Да, надо, кстати, еще выучить, знаете, чего? Магнит для денег, чтобы притягивать их издалека. Оу, нормуль. Так, хорошо-то как. Йоху! Иди отсюда, засранец. Йоху! Есть. Так. Уничтожаем всех абсолютно. Так, полпути уже с вами проехали. Ну где монеты? Почему монет мало так дают-то? Во, вот они, вот они, вот они. Вот они монетки мои. Тыч, тыч. Всех, всех казним. Так, отлично. Так, еще монетки. Опс, забрали. Музыка, музыка прикольная. Обалдею. Я балдею от такой музонки. Так, давай. Опс, шикарно. Ну что, практически уже, ребята, на финише. Слушайте, ну я вам скажу одно, что, в принципе, очки вот эти вот красные, защитные, мне нравятся. Перекат увеличился, увеличился. Уклонение увеличилось, увеличилось. Все отлично, все, что нужно. Так, ну что же, ивент мы этот прошли. Теперь-то я надеюсь. Вот, ребят, вот это вот лежит здесь обжора. Ну, я его так называю. Сейчас продемонстрирую, как все дело происходит. Мы идем с вами в ближайший домик. Это может быть здесь, это может быть и тот, где у нас дедушка находится. Покупаем, ну, объясняю тем, кто не знает, ребят. Покупаем здесь, например, странное мясо. Это как раз для обжоры. Вот, а что такое майка? А, дизайн майки. Вот, странное мясо мы с вами купили. Также тут можно... Зомби-репеллент вы прекрасно поняли, да? Если мы его активируем, на нас в процессе брождения по карте никто не нападает. Ну, детекторы, вы сами понимаете, что это такое. Это нам открывает вот эти вот все скейт на зомби, защита, короче, базенки свои из пулемета, копать клад и на выживание. Также тут пакет крови, это для вампира, куча мусора, это для прибрежного босса, рыбака, так скажем. Ну и стак динамитов, кстати, надо купить. В принципе, здесь, по-моему, все ясно. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Мне хотелось бы увидеть ту шляпу, которую я, ребята, выиграл. А где она? Ага, вот она, римский шлем. Что он делает? Ага, если у нас рогатый шлем давал на 25% больше денег при игре на уровне сложности безумия. Очки у нас есть. Так, а римский шлем дается 10% к сопротивлению урону. Темные авиаторы.
к дальности переката. Так, маска... А, вот, маска врачевателя чумы. Зомби-репеллент действует в 4 раза дольше. Нифига себе, ребята. Нифига, в 4 раза дольше. Так, заменяет дополнительное оружие, способное выбрасывать из рук взрывающуюся энергию. Пень, монстр, маска. Ну, сами прекрасно видите, сколько еще можно чего открыть, ребята. Маска уровня, снеговик, голова даже. Тыквенная голова. Вот, кстати, тыквенное, случайное появление тыкв. Особенно с приближением Хэллоуина. Да, нос колдуньи. Повязка на глаза. У меня противогаз, да, а тут есть черный противогаз. Ой, 75% меньше урона от огня и кислоты, на 40% меньше урона от личинок. Это очень хорошо для последнего босса, ребят. Когда к нему идешь, там очень много огня и очень много кислоты. Где бы его, конечно, получить, было бы очень замечательно. Так, ну, как видите, тут у нас от боссов идет окровавленная маска сварщика. Мне кажется, это все зависит от уровня. Чем сложнее уровень, тем круче у нас реворд. Оленьи рога. Рукопашные атаки возвращает 5% нанесенного урона в виде здоровья. Нет, я как-нибудь воздержусь от рогов. Красная бейсболка. 2% к скорости. Так, а тут 6. Ну, понимаете, да, в чем суть? Ладно. Так. И смотрите, у меня до сих пор нету снайперской винтовки. Плюс вот этой вот винтовочки нету. Пистолетика какого-то нету. Бейсбольной биты нет у меня, оказывается. Меча, топора, что-то странно как-то. До сих пор я этого не получил. Так, ну что, я не знаю. Может быть, нам сбегать на базу, которую мы с вами отстраиваем. Немножко... Я взял мясо, да, я взял мясо. Сейчас покажу вам, как... Вот, видите, ребята, босс ожил. Босс ожил, и мы идем, естественно, на него. Где он? Вот он. Ничего, ребята, в нем сложного нету. Просто расстреливаем. Тихо ты, блин, буянишь тут. Когда у него становится мало здоровья, он начинает поедать зомбарей. Слушай, да что такое? Что за фигня-то? Сколько зомбарей-то? Такого раньше не было. Что ж прям столько много? Ну, было там немножко. Ага, вот у него, ребята, фигня. Он плюется костями зомбарей, которых съел. Ну, поверьте, это ему не поможет. Не поможет, я тебе говорю, ничего. Все, ему хана. Пора, родной. Вот так вот. Так, добиваем. Добиваем зомбарей. Не делайте ошибок, как я раньше. Радостный побежал, а зомби меня окружили и чуть не убили. Расстреливаем, а потом уже спокойно идем и забираем деньги. Вот так вот. Ой, какие мы молодцы, ребята. 1216. Ну, я думаю, что этого маловато, да? Хотя тут есть домики, давайте позаходим. Ого, тут уже вот так вот. Слушайте, не нравится мне. Вот именно такой домик почему-то мне не нравится. Давай постучим, отходим. Блин, нам везет сегодня почему-то. Сегодня нам везет. Деньги просто сыплются на халяву. Слушайте, 1300 уже. Так. Слушайте, а я вот думаю, пойду-ка я туда потихоньку дойду, до своей базы. А по пути позаходим в домики. Открывайте свой. Спасибо. Опа, это что за очки? А, авиаторы. Авиаторы у меня есть. Авиаторы у меня есть. Так что идем с вами дальше. Так, еще один домик здесь. Чувствую, сейчас мы... Погоди, а где? А, вон они, ворота. Родная, открывай, я пришел. Дай хавчика. Вот тебе, блин, и хавчик. Я почему-то так думал, что попаду врасплох, ребят. Но... Смотрите, чувак с цилиндром идет. Хе-хе-хе. Сейчас мы с вами заработаем цилиндр, а он нам нафиг не нужен. Жалко, здесь нельзя, ребята, продавать левый хлам, который мы с вами находим. А здесь его изрядка много. Много его падает. Вон цилиндр, например, уже валяется. Так, расстреливаем. Отвалите вы от меня, гаденыши. Гаденыши, отвалите от меня. Естественно, я хочу, ребят, на самом деле пройти эту игру в плане завалить этого последнего босса. Даже не то, что завалить босса. Босса-то я убивал последнего. Уничтожить людей, которые пришли. Ты же превращаешься в последнего босса, да? В некроманта этого. И за тобой приходят, по-моему, 2 или 3 охотника. И они начинают, ну, честно говоря, начинают жестко тебя мутузить. Несмотря на то, что ты там летаешь, да? Несмотря на то, что у тебя там есть...
возможность делаться невидимым, все равно тебе там расколбашивают. Вот. И просто хотелось бы посмотреть, что будет все-таки в результате того, если подбить этих людишек. Поэтому как вот у меня есть цель. Ну, как видите, здесь еще появилась одна цель. И это, ребята... Так, дайте-ка я еще на зомбиках покачусь. И ох ты, на пляже. Ни разу, ребят, по-моему, на пляже я ни разу не был. Круто. Но это не пляж, конечно, это где-то берег речки, да? А да, в принципе, все логично. Мы же взяли возле реки этот бонус. Вот поэтому у нас и речка рядышком. Классно. Такие вот маленькие детали, а все равно полезно. Приятно, точнее. Так, собираем. Слушайте, ну уже хорошо мы с вами денежек насобирали. Только видите, в чем здесь небольшая проблемка. Мне как бы нужно качать своего персонажа, по большому счету, да? И в то же время хочется базу раскачать. Эх. Для этого придется очень много, ребята, делать ивентов, очень много заданий. Они, конечно, однотипненькие все, но... Чего не сделаешь ради достижения своей цели. Так. Отлично. Может быть, конечно, разработчик что-нибудь со временем добавит интересного, где можно... Ну, можно как бы отправляться в какие-нибудь пещеры, в подземелье, где можно было бы довольно неплохо фармить деньги, опыт. Можно было бы еще как-нибудь, знаете, чтобы у тебя в скором времени появился какой-нибудь напарник, который бы мог тебе помогать в определенных там заданиях. Было бы классно. Так, ну что, полпути. Да какой полпути? Уже практически все с вами здесь подобрали. И проехали. Так, последние монетки. Отлично. Так, забираем вот эти вот. Ну что, полтысячи, полторы тысячи у нас голды. Но этого, по-моему, маловато будет. Ой, тихо. Вот так вот. Воздушный бонус 18. Ой, тихо, только лопату не надо брать. Не надо брать лопату, потому что это копать клады эти. Да я зайду на базу. Ой. Смотрите, кто там. Там у нас торгаш ездит, ребята. Давайте посмотрим, что у торгаша есть. Винтовка Ли Энфилд. Широкополая шляпа. 25% к сопротивлению урона. Неплохо, я считаю, ребят. Бандитский платок. Даже не знаю, ребят. 25% к сопротивлению урона. В принципе, было бы неплохо, но... Ну, жалко мне денег. Так, сколько же здесь домиков появилось, ребята? Обалдеть. Появляются прям как грибы растут. Так, а зомби у нас больше здесь не появляются же, да? Нет, не появляются, мы как... И вот это, что такое? 3.41. Отсчет идет какой-то. Все, ребята, я понял. Через 3.5 минуты на меня будет вторжение. Вот оно что. Оу, это стоит того, чтобы посмотреть, ребята. Так, ну что, у нас денег хватает? У нас хватает. Так, здесь, да, давайте вот так вот мы с вами сделаем. И, блин, может быть, я зря это сделал. Ладно, делаем, короче, с вами вот так вот. Ух, нифига себе. Запас взрывчатки, да, у нас здесь. Хорошо. Я вот не знаю, или нам сейчас здесь постоять, подождать. Давайте, наверное, сделаем такой легкий перерывчик. Я нажму на паузу, мы дождемся этого времени. Как они пойдут, я паузу отожму и продолжим как бы с вами снимать. Так, ребятули, смотрите-ка, что я пока ждал, смотрите, что увидел. Нажимаем на кнопку Z, у нас появляется вот такая вот штука. Вы поняли, да? То есть я могу здесь вот так вот делать. Прикольно, да? А только камни я могу ставить, да, получается? И ничего больше. Ладно, в любом случае я здесь отгорожусь. Вот так вот попробую. Блин, а я вот здесь вот смогу пройти? Я здесь могу пройти. Так, объект. Выбрать объект. Q. Ах, вот так вот даже. Это, конечно, все интересно. Блин, подожди. Давай поставим. Все.
Так, а что-нибудь еще можно здесь или нельзя? Нет, ребят, больше ничего нельзя. Ладно, хорошо, полторы минуты осталось. Сейчас будет вторжение. Я хочу просто посмотреть, что и как это будет выглядеть. Наверное, будет жесть какая-то. Слушайте, ну почему-то могу я только пока ставить блоки. Вот могу ставить блоки, и, естественно, на Q это у нас выбор. Либо так ставить блок, либо так. И больше ничего. И больше ничего пока. Может быть, конечно, что-то, когда мы с вами приобретем вот здесь. Возможно, что-то другое мы сможем с вами здесь выставлять. Например, вот эти вот коробки с материалами, да? Это, я так понимаю, что это такое, а? Так, скорость на 20% улучшается для игроков. Это какое-то поле. Поле для скорости. Автопочинка. Это автопочинка, я так понимаю, кубиков кирпичных. Угу. Ну и, соответственно, тут уже... Вот где про выживших, это, ребята, все касательно оружия. Оружие, хилов, помощи какой-то. То есть тут надо вдвоем уже играть, видимо. Так, ну что, минута осталась. Ждем, ребята, ждем. Колокольчик, колокольчик работает. Ёпрстая, что сделал-то? Ускорил? Что такое, где я? Не вижу нафиг нифига. 20 секунд, ребята, 20 секунд. Я ускорил, это волна. Первый. Где? Черт подери. Оу! Ёпрст! Да тихо, 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 тихо! Нифига вы, ребятушки, разбомбили мне баррикаду всю! Ну они ватные, это радует. Ха-ха. Блин, да сколько вас там, а, гада? Отбил? Отбил же волну. Или не отбил? Подожди, это что, это материалы? Материалы? Ах, так вот, да, значит. С двух сторон. Ладно. Угощу всех свинцом. Да ладно, успокойтесь. Да что ж такое-то? Отжигаем по полной. Ха-ха. Отлично. Да... Чё за фигня-то? Сколько вас тут? Эй! Честно говоря, я думал, что с двух сторон понападает и хватит. Они уничтожают тут полностью все, смотрите. Каждый кубик они зачищ... Не понял, это что такое еще? Это же оборотни. А с какого перепуга он здесь делает? А, ну да, правильно, ребята, я дождался, что уже вторая волна пришла. Тихо, тихо, это что, волна из оборотней чисто состоит? Да ну, быть такого не может. Или может? По-моему, может, ребят. Эй, застрял! Теперь я, кажется, понял, ребята, для чего здесь нужны бочки с оружием, с динамитом. Да чтоб тебя, с динамитом и со всей прочей ерундой. Знаете, для чего? Чтобы я мог брать определенные бонусы. То есть выставлять где-то взрывчатку, которую могу взорвать. Иди отсюда, оборотень. Да отвали ты, а. Достал ты, в самом деле. Где-то должны быть ящики с восстановлением жизни. Как-то вот так вот в этом... В этом случае все очень даже будет классно, если так. Так, готов. Ну все, ребят, по-моему, это последние олухи должны быть. Да ёпрсты. Они когда-нибудь закончатся или нет? Я надеюсь, они не могут уничтожить тебе стол с чертежами. Да нет, конечно, наверное, не смогут. Так, ну, тем не менее, ребята, я, смотрите, захватываю детали. Все, да? Смотри-ка, и сразу почему-то камни вернулись на место. Или не вернулись? Сейчас посмотрим. Давайте-ка вот здесь. Нет, не вернулись, нифига. Слушайте, а я еще разок, я... Баловнука. Ого, а там курицы будут через минуту. Ну, где вы, где вы, где вы? Выходите. Вот они. Слушайте, а мне нравится. Далеко ходить не надо. Вот тут прям фармишь. Только, правда, мало денег дают, но тем не менее. Ну, давай, дробовик, дробовик. Ну, копись.
Хе-хе-хе-хе. Разнос полнейший, ребята, полнейший разнос. Ай, как шикарно, а? Красота. Нравится мне, когда вот этот дробовик срабатывает. Супер шотган. Так, давай. Есть. Четко. Собираем монетки. Так, с той стороны, да? Ага. Идут олухи. Так, ребят, по-моему, там уже следующая волна. И сейчас еще курица к нам присоединятся. Да-да-да, через 20 секунд мы увидим с вами, что это за курочки. Ну, курочки мы знаем прекрасно, они взрываются, они камикадзе. Они к нам подбегают и происходит взрыв. Так, красный бейсбол какая-то у нас тут валяется. Это хорошо. Красной бейсболки у меня, по-моему, еще не было. Или была? Нет, наверное, была. Так, ну где эти? Через 2 секунды побегут на нас цыпочки. Алло, курочка, вы где? Ё-моё, вот они. Что они там? Что такое? Что там? А, они бегут и взрывают все на своем пути. Смотрите, они бегут по прямой. То есть я могу... Могу даже их не трогать. Ну что, это была 6-я волна. Давайте еще одну волну, ребят, с вами запустим. Позвал, блин. Ну, оборотней, да, по-моему, я вызвал. Нет? А я думал, что оборотней. Слушайте, а если я выйду и потом зайду заново, мне придется с нуля эти волны вызвать или нет? Да оборотень отвалит и... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Е, подбил его. Подбил, нет? Под... Да что ты? Неугомонный какой, а? Посмотрите на него. Да-да-да-да-да-да-да-да, конечно. Оп! Оп, споткнулся. Оп, споткнулся. Ну, дайте мне супер шотган. Ну, пожалуйста, ну. Не выходит ни шиша. Да иди ты, отвали. Да ладно тебе. Ой-ой-ой-ой, чего у вас так много-то? Эй, оборотни. Успокойтесь. Да-да-да-да-да. Поймал, поймал, гад. Ну ладно, деньги заработали. Так, там потом опять будут волны обычных зомби. Ну, простых. Простых никчемных зомбарей. Через минутку будет облава на нас. Тихо, кто там орет-то? Кто там такая... Ох, шотган. Шик и блеск. Других слов нет, ребят. Мы когда с этого шотгана валим, нам больше вероятность монет по выпадению достается. Чё так до хрена-то, эй? Чё так? Ну-ка, почистим ряды нафиг. Я это не устраиваю, такой раскладушка. Е. Ох, сколько деталей, сколько золота. Так, с этой стороны, да, пруд? Так, а у нас какие-то очки тут валяются. Банданы. Сейчас, смотрите, ребята, с двух сторон пойдут волны. Это 8-я волна у нас. Ну где они? Я их жду. Где? Покажите свои морды, противные. Вот они. Давай. Иди сюда, иди. Да ёпрасы ты. Блин, хотел. Ну, без движения. Есть. Шотган, ребята, зарабатываешь суперский, когда стреляешь, не двигайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда не двигаешься и стреляешь, у тебя копится ярость. Потом она, соответственно, превращается вот в такой шотган. Когда ты набираешь вот все эти черепки, которые вы видите вы наверху. Так. Черт, ребят, я попал в офигенную засаду, потому что... Что с той стороны, что с этой стороны, их дохренища просто. И они бесконечные какие-то. Нет, с этой стороны вроде бы все, перестали вылазить. Отлично, давай зачистим тут все. Красота-то какая, а, ребята, красотуленька. Сносим. Вот так вот. Фух, отлично. Нам не зря дают столько много вот этих вот, ребята, запчастей, чтобы отстраивать свою базу. Вы сами прекрасно убедились, как быстро и ничтожно наша базенка против орды зомбарей. Ее просто сносят в пух и прах. Да.
Ну что же, я думаю, что на этой ноточке можно и завершить, ребятушки, серию. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.